Жила-была девочка Аманда, но она была полненькой. Несмотря на это, в один прекрасный день в нее влюбился красавчик. Нет, этот чересчур хорош собой. А вот этот. Ну, нет, тоже не настолько, а вот этот. Привет, может пойдем купить чонга? И он так понравился Аманде, что ей пришло в голову измениться во имя любви. И тогда она основательно решила взяться за свои лишние килограммы. День за днем она тратила часы своей жизни на упорные тренировки и все-таки добилась желаемого результата. Привет, любимый. Я пришла. Зайди глиста, у меня своего понтика жду. В смысле? Это я просто похудела и все ради тебя. Ты что с тобой делала? Это все ради тебя. Я тебе что, собака, что ли? Мне твои кости зачем нужны? Глиста, уйди отсюда! Ой, я такой хачапури хочу! Да.